Не пропусти интересную группу «Геймплей». В группе разыгрываются игры методом голосования и каждый день опубликовываются различные мемы. Заходи и подписывайся. Всем привет, с вами Лего. И что же творится на этом мониторе? Hey, I've got this new game. Привет. У нас есть новая игра. Ты любишь шутеры? А теперь смотри. А что я могу написать? Да! Хо-хоу! Да, но как? Чат ended. В смысле ended? Так, передача файлов. 1, 2, 3, 4, 5. О-оу! Что происходит с моим компьютером? Передача успешно сделалась. Просто нажми Enter и запусти Superhot EXE. Это крак. И посмотри, что случится. Хорошо, запускаем. Итак, Superhot. В разрешении 1920 на 1080. О, бог ты мой. Что это было? Super. Наш компьютер взломали? Суперход. Нажми Hot. Кнопку, чтобы приконнектиться к хосту. В смысле, меня в паутину сейчас завяжет? Нажмем Enter. И? Воу-воу, полегче. Двигаться WSID. И можно крутить мышкой. Хопс, хопс. А, в общем-то, это бета-версия игры Superhot. А, я как-то снимал ее на триал-версии. И теперь у нас будет нормальная официальная. Так, мы можем двигаться, стрелять. Давай, чувак, интересно, я по тебе попаду? Смотрите, мы просто как Нео. Нужно убить просто всех. А можно присесть? Нет, приседать нельзя. О, да, детка. На тебе в пузо. В руку попал. Классно. Модельки стали более приятными. И сейчас показывают, как я прошел миссию. А дальше что будет? Грейп зе ган. Укради пушку. Левая кнопка забрать ган. Пацаны выбегают. Оп. Фау! Эй, эй! На тебе чего? На, в шею просто поразил. И нужно сделать хедшот, ребят. Хедшот не попал. На меня бежит, он хочет меня ударить. Вот это выстрел. Вы видели, как я поразил противника? Просто выстрелом в голову, его черепушка рассыпалась, мать его. Ой, 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 ой. Оп! В шею попал. Оп! Не попал, что ли? Оп! Патроны кончились! Мне под задницу попали. Это было эпически. Ну что, поехали? Вот так мы стрельнем. Двоих не пробьет? А я думал, пробьет. Хорошо. Так. На, держи. Есть. На, держи. Есть. В принципе, все на изи. И на изи. Мне кажется, потом будут обновлять модельки, сделают им интересный вид. То есть будут люди, машины настоящие. И уже мы будем разыгрывать, наверное, какие-то интересные сценарии. А так задумка вообще классная. Подожди, я понимаю, они кого-то убили? Вот она, пуля летит, смотрите. Я могу останавливать время. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Когда я кручу мышкой, тоже время идет быстро. Ну давай. Тихо-тихо-тихо. Полегче только, ладно? В меня прям пуля летит. Берем пистолет. И проходим сквозь пули. На, держи. Мы поражаем первую цель. И хедшот во вторую. Изи. Выкидываем свой пистолет. В общем-то, такие белые локации из фундамента, что ли, они построены. Постоянно кричит этот суперход. Постоянно ребит телевизор. То есть мы находимся в какой-то матрице. Throw your gun. В смысле, right click. Ну, просто кидаем ган. Подбираем и... Вот это фишка! В триал-версии такого не было. Видите, они уже рисуют потихонечку машины. Они будут более красивее, я так понял. Им придадут текстурки. Классно, что можно
Ой-ой-ой-ой-ой, вы чего? Вы чего, ребята? Тихо-тихо-тихо. Всем раздал. Давайте посмотрим повтор. Кидаем в лицо Ган, берем его. Минус первый. С разворота мы видим двоих врагов. Делаем по два выстрела. Минус разворота еще в одного. Бог Аима. Ну что дальше? Иди с нами. На. И ого, его сейчас расплющит. Обалденно. Я же говорил, придумают всякие интересные штуки в игре. И это очень классно на самом деле. Не попал. Попал. Ой-ой-ой-ой. Хорошо. Патроны. Зачем я нажал R? Я мог просто сделать все по-другому. Давай. В лицо ему. На, в лицо. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, нет! Нет! Стой! Not ammo. Берем пушку. На! А он тоже берет пушку. Есть! Обалдеть! Вот это саварушка сейчас была! Что я только сейчас сделал, я сам ничего не понял. Но я раздал всем, кому только можно. И в лицо, и пистолетов накидал. И настрелял. Что такое? 53-46? Что такое? Я должен куда-то пойти? They are they monster. Где я? Что вообще происходит? Все? Entry to reply, enter to reply, enter to reply. Incoming message. Подожди, а где? А, enter to reply. What did you have? Everybody get something different? I do. I don't remember. Я ничего не помню. Типа, что ты хочешь? Чат завис. Че, опять сейчас чат сбаганет, да? Так. Мы можем посмотреть реплеи, да, насколько я понял. Хорошо. А стори работает? Офигеть. Что такое Subway? В Subway мы были? Come with us. А, ну Subway я прошел. Подожди, я одного не могу понять. На. Держи. На, держи в лицо. На, держи. На. Хватит бегать. Я понял, что это супер ход. А могу ли я, ну, как бы, типа, что ли дальше продолжить свою игру? Или бета тоже подразумевает 4 уровня и все. Но они реально ушли намного лучше, чем реальная версия. Все. Все, конец, да? А мы можем куда-нибудь... Опа-на! Вот это было бы весело. Раздраконивать просто всех. Я не знал, что здесь есть еще оружие и мечи. Ну, в общем-то, да, скорее всего, ребят. Это конец. Очень обидно. Очень обидно. Я-то думал, что мы еще поиграем. Но на самом деле разработчики идут верно своим путем. Вот когда они выпустят свой проект, неизвестно. Endless Redmi можно почитать. Ну раз, два, три, четыре, пять уровней. А вот как дальше? Я хочу дальше, ребята. Хочу дальше. У вас очень интересно получается. Как открыть дальше уровни? В общем-то никак. Если, ребят, вам понравился данный ролик, не забывайте ставить лайки. И, кстати, совсем забыл. В описании будет ссылка на 10 рандом Steam ключей всего лишь за цену 150 рублей. Попробуйте испытать свою удачу на g2a.com. И не забудьте ввести мой
промокод. Всем пока!